Аллилуйя. Пусть имя Божие будет благословенно. Слава Господу. Бог богов, Царь царей, своей милостью восхотел, чтобы каждый из нас сегодня пришел на это место. Аллилуйя. И прославил Его, возвеличил Его святое имя. Давайте сегодня нашими сердцами, нашими как бы устами будем восхвалять Его, ибо Он достоин всей славы. Он сделал для нас все, отдал самое дорогое, Сына Иисуса Христа. И Библия говорит, что не даст ли нам ее всего остального для нас. Давайте будем благословлять Его сегодня в этими песнями. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе, Господь, что Ты святой. И Ты не позволишь, Господь, чтобы что-то стало между нами и Тобой, Господь Божий. Ты претендуешь на самое главное место в нашей жизни, Господь. И Ты не хочешь, Господь, чтобы наше сердце было обременено чем-то другим, Господь.
Ты сказал, Господь, вселюсь в них и буду жить в них, Господь. Слава Тебе за то, что Ты Царь Царей, Господь, Господствующий, живешь в наших сердцах, Господь. Дай нам ценить этим, Господь, на нам беречь это, Господь Божий, ходить путями Твоими, Господь. Во имя Твое мы просим Тебя, Боже, помоги нам, Господь. Дай нам милость Твою, Господь Божий, быть, Господь, пригодными Тебе, Царю Царей, на всякое время, Господь, на всякое место, слыша Твой голос, Господь Божий, и приносит много плодов, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам наше сердце хранить чистоте и святости, Господь, как народу Твоему, быть отделенным, Господь, быть святым. Не просто, Господь, читать это, а быть таковыми, Господь. Я прошу Тебя. Боже, мы пришли сюда, Господь, на это место, чтобы прославить имя Твое Святое. Ты нам дал милость такую быть на этом месте. Слава Тебе, Боже, потому что кто-то, Господь Боже, не пришел, Господь, уже, Господь Боже, кто-то не дожил до этого времени, Господь Боже, но мы живые здесь, Господь, и славим Твое великое святое имя. Тебе слава за это, Боже, что жизнь наша еще продлилась, Господь Боже, что дыхание в груди нашей, Господь Боже, мы величаем Тебя, Боже, и прославляем Тебя за это, что Ты восхотел, чтобы я пришел сюда, Господь, и славословим Тебя, Господь Боже, имея множество ангелов, Господь, в подчинении Тебе, когда херувимы, не умолкая, говорит, свят, свят, а Ты меня, человека, Господь, привел на это место, чтобы я мог воздать Тебе славу. Ты великий всемогущий, Ты чудный, дивный, необъяснимые дела Твои, Господь, Ты творишь, Господь, на небе и на земле, Боже. Слава Тебе, могучий Господь, благослови это дальнейшее пение. Благослови эти проповеди, Боже. Я прошу, чтобы оно, Господь, Слово это, Господь, проникало, Господь, в сердце и делало свою работу. Ибо Слово Твое, оно сильно, Господь, чтобы Дух Твой Святой, Боже, говорил к народу Твоему, Господь, во имя Иисуса Христа. Ибо мы приходим не просто, чтобы слушать, но чтобы исполнять Слово Твое, Господь. Я прошу Тебя, которое написано, Боже праведный, через человеком через вдохновение Духа Святого, Господь. Я прошу, благослови народ Твой, Господь Божий, чтобы сердце было открыто, Господь Божий. Господь, чтобы никто не ушел отсюда, Господь, прежний, Господь, чтобы каждый напитался, Господь, каждый узнал что-то новое для себя, Боже, правильное, и в радости, Господь, не в унынии, и шел домой, славил Твое святое имя. Благослови народ Твой, церковь Твою, ибо Ты любишь ее, Господь. Ты возлюбил нас, Господь, я прошу Тебя, благослови, действуй сегодня, Господь, в доме Твоем, в народе Твоем, Господь Божий, ибо Ты великий всемогущий, для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Прими эту хвалу, Господь, прими, Господь, моление, прошение, Господь, ибо много нужд, Господь. Будь с нами, наш великий Господь Божий, Отец и Дух Святой. Аминь. Христа пролита
Славить, хвалить и величать нашего Бога за все, что Он сделал. И Псалом 94 приглашает нас. Придите, поклонимся, припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы ныне послушали гласа Его. Давайте еще прославим нашего Бога за все, что Он сделал в нашей жизни, за то, что Он нас спас, оправдал, омыл, очистил, сделал новым творением во Христе Иисусе. Давайте прославим Его лучшей хвалой, ибо Он достоин. Аллилуйя тебе, Бог наш! Мы воздаем славу и честь Твоему имени. Аллилуйя, мы поклоняемся! Мы почитаем Тебя на этом месте, ибо Ты святой, Ты праведный, хвала Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты послал в мир, который пострадал за нас, пролил святую кровь. И теперь через эту кровь мы имеем свободу, мы имеем оправдание, мы имеем вечную жизнь, мы имеем прощение грехов. Хвала Тебе и слава, и мы воздаем Тебе хвалу. Мы благословляем Твое имя. Мы поклоняемся Тебе, Тебе, Тебе единому. Да будет слава, да будет хвала. Господь, я прошу Тебя также, благослови каждого, каждого, кто пришел в этот дом молитвы, чтобы поклониться Тебе. Благослови особенно, я прошу Тебя, кто, может, пришел впервые в этот дом, говори к таким сердцам, Боже, аллилуйя. Ты всех любишь, Ты всех хочешь помиловать, простить, дать будущность и надежду. Посему, Господь, Духом Святым мы просим Тебя, коснись каждого сердца. Благословляем продолжение этого собрания, благослови. Пусть Твоя благодать на благодать изливается. Боже, через пение, через проповедников говори нам. К нам, а нам помоги, Господь, быть слушающими и исполняющими во имя Иисуса. И вся слава да будет Твоему имени, вся хвала да будет Тебе, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Значит, не самим собой, не силой и не красотой. Моя цена в любви святой на кресте. Не славы. Теперь одним Христом и кровью, что
сердце.